Состоялось награждение победителей и призеров летних азиатских игр в их и их тренеров. В торжественном собрании приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, депутаты маслихата, руководители спортивных школ. Акиматом города активно поддерживается сфера спорта, в результате чего шымкентские спортсмены одержали яркую победу на летних азиатских играх. На соревнованиях в Ханчжоу спортсмены города завоевали 5 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых медалей. Аким города поздравил победителей, призеров и их тренеров, отметив, что для развития спортивной сферы будут созданы наилучшие условия. Как отметил глава государства, для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателя, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства. Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство создает для этого все условия. Желаю всем спортсменам успехов на предстоящих Олимпийских играх. Габит Абдымажитович вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма и денежные призы. Спортсмены, вернувшиеся с победой, поблагодарили руководство города и болельщиков. Ернур Бубеев, Алмаз Анабекулы, новости.